Вакцина для студентов Зареченского технологического института была специально доставлена в медицинский кабинет образовательного учреждения. Впервые учащиеся ЗТИ получили возможность сделать прививку от коронавируса в стенах учебного заведения. У третьекурсницы Екатерины Трухановой поначалу были сомнения в необходимости вакцинации, но после того, как все ее близкие сделали прививки, решила защитить себя от опасной инфекции. Про вакцинацию я знаю, что она помогает многим людям, но были сомнения. Я боялась, что может быть что-то пойти не так. Но после того, как я сегодня привилась, все хорошо, я себя чувствую в безопасности. Студент ЗТИ Станислав Сорокин уверен, вакцина сможет защитить от тяжелых последствий, которые наносит организму коронавирус. Болеть он не хочет, поэтому решил сделать прививку. Лучше сделать прививку, потому что можно будет опять же заболеть. В первый день работы пункта вакцинации в Зареченском технологическом институте прививки от коронавируса сделали 15 студентов. Медицинскую процедуру проводили работники городской поликлиники по договоренности с руководством образовательного учреждения. Лучше контролируется процесс вакцинации, когда это вот на нашей базе. Вот. И мы перейдем 40-процентный порог вакцинированных студентов, имеющих 18+, возраст соответствующий. А что касается педагогов, у нас на сегодня 85 педагогов, сотрудников, то 85%, более 85% привились. Мы собрали родительское собрание со студентами третьих и четвертых курсов, те, которым исполнилось 18 лет. И как бы вот у нас достаточно быстро этот процесс прошел. В Зареченском технологическом институте часть студентов – приезжие из районов Пензенской области. По словам директора ЗТИ, практически все они сделали прививки от коронавируса. Большинство остальных учащихся планируют пройти вакцинацию в ближайшее время. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».